Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В четверг в Самарской области солнечно и без осадков, днем минус 2, минус 5 градусов, ночью 3-5 ниже 0. Ветер юго-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем минус 1, в темное время суток 3 градуса ниже 0. Юго-западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, днем минус 2, ночью 3 градуса с минусом, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре солнечно и без осадков, в дневное время минус 3, ночью минус 4 градуса, ветер юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 52%, геомагнитное поле возмущенное, умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.